А, в начале сезона там простой, может быть, потому что нет игр на квинах, квин-апэш. Как научиться играть, если я... Глупенький? Я не знаю, честно. Ну, хорошо играть ты не будешь, если ты не хочешь стараться. Это факт. Тут все равно игра. Тут можешь играть какие-то, допустим, там выбрать два билда, играть их. Приходит хороший перк для тебя, ты играешь, хорошие шмотки иногда играешь. Но в среднем все равно ты будешь играть там. Тупо играть. Если заучишь какие-то билды. Не хочу, блин. Антимага никогда не продамся, блин, тут не хочу. Да, антимаг мне нужен, да. Эта форма подойдет. И я не свергну всю мать. Проклятие и кос. Просто чилим. Принес я к вам в гости. Ту-ру-ту-ру-ту-ту. Давай рыбку возьмем. Я не хочу брать. Давай зарандомим. Ну, кстати, можно еще один сапог взять. Кто знает зачем. Кто хочет пофаниться, ребят, поднимите руку. Кто просто пофаниться хочет. Ну, блин, я не могу теперь брать. Мне тинкер пришел. Теперь уже не могу. Теперь мне ролл надо фармить. А пофаниться это, ребят, потом я вам расскажу, как это фаниться. Что я хотел сделать, ребят? Короче, я хотел сделать... А, вот эту шмотку. Свит блинк. Ну, жевелин часто можно получить на 15-м. Прям хороша шмотка была бы. Манки Кинга какого-нибудь вообще. Единственная шмотка ранняя, которая Манки Кинга бусит, там его можно собирать, через него играть хорошо. Монков там делать. Я, ребят, не знаю, во что собираюсь. В Тетчеса или во что? Тетчеса нету. Я что, просто чилю. Ну, эльфами душить это чатик. Чатик что-то не хочется. Сыграем все равно финал. Какой-то найдем. Под финал идем. Но я не посмотрел начало. Через марш придется играть. Перков на голду нет. Тут нас пробивают. А, нет, ничего себе. Еле-еле, ребят, затащили. Проклятие и кости. Принес я к вам в гости. Еле-еле затащили. Так, не буду брать. Люблю зиму. Это плохо. Опять мне еще Марси заставляют брать. Ну не буду я, не полезу я в это, с чатиками играть. Такими билдами с чатиками играть не полезу. Зек Эльдар, привет. Ака Дрон Крашен, привет. С Новым годом, ребят. Кстати, у Дрон Крашена как раз недавно Новый год был, получается. Из Ванкувера. Так. Вот это не буду брать. Давай прилевел, я хочу... Кумов, с Лордара и Дат. Да, вот Лина. Ну пока вот так. Пока пусть так будет.
Потихонечку я выйду все равно в этих фумов с пандой бы даже, может, поиграем, смотрим. Сейчас наступишем, с наступишем. Значит, 150 минут как наступил, да. Ну, понятное дело, что у всех уже наступил. Просто у меня-то уже как 26 часов скоро будет. Понятное дело, что если 26, то у всех наступил. Да. Просто говорю, что позднее, чем у нас. Так, что у нас тут есть еще? Чем могу поделать интересного? Манго нету, нету, да, мне интересует Оракла. Тинкер интересует. Огр пока рано. Вот это на самом деле супер интересно, просто вопрос в экономике. Когда вопрос в экономике, у меня нет вопросов, просто сразу так продам. Доктора оставлю. Ну да, почили вот так. Нормально. Я бы марш. Я думаю, марш хорошо бы сыграл. Тут просто мне. Причем марш чем-нибудь интересное. Ну, интересно, тут все сложно. Просто лед тебя убьет любой. 9 магов. Ты подготовишься. Сильный гира с чем-то. Подготовишься. Спектра можешь не подготовиться, там 9 этих. Лустригерет волком он сыграет, там яйцо и так далее. Это очень плохо будет. Так. За их головы назначена награда. Блин, мипарь, конечно, этот. Ну, мипаря на самом деле я бы поставил. Но играть-то я вряд ли, да, я ему играл. Хотя, кто знает меня? Кто, ребят, меня знает? Прям стример играет вообще в эту игру? Как часто видели, чтобы стример прям играл? Вроде сегодня уже играл. О, отлично, антимаг, молодец. Антимаг сделал все правильно. Ой, антимаг, тинкер антимага точнее добил. Я видел 6 мехов. Да все видели мипаря у меня, просто не говорят, не рассказывают. Я же сегодня даже мипарем играл на основе. Так, можно поставить, наверное. На крепочках. Марси, да, эльфа предлагали. Но, блин, эльфом... Стыдно с чатиком эльфом играть, я думаю, будет. Ну... Пошли тогда. И дальше душить. Ну как душить? Кого ты тут задушишь? Ты никого не задушишь. С такой игрой. Я не буду делать. Ну мипарь имеется в виду не в том виде, в котором его все представляют. Все равно хомов будем делать, магов там. То есть тут просто недалеко. 22 мипа собрать, а 22 мипа это уже сильно. Вы же сегодня видели, как 6 хума играл с 2 мипа. Потом с Т3 даже. Так. Интересно.
enchanted, I'm sure. Доктор Клинкер. Встречайте, Ратлтрап 2.0. Ладно, шучу. Короче, надо на 15-м хомов стоять. И продолжать, типа, желательно 3 мага. Сильные мехи, антимаг. Короче, как-то разобраться надо. Дойти до финала, финал, чтобы Бара играл. Сейчас посмотрю, что ребят делают. Волт единственный. Ну, пока не работает, да. Как раз тут мипа хотят играть. Эльф. Опа. Котел, приди, да. Что за пижонство? Где? Где? Дело в том, что тут еще можно интересное с мипа с аркварном, что делать дубликаты, котлы, квопы там, со шмотками. Интересно будет выглядеть. Два тинкера в роли чук-чук-чук поставил, убрал лишнее. Будто бы с карточками, да, играет, ребят? Если на столы посмотреть. Ну ладно, тут панды, джаггеры, совпадение. Марс. Тут просто рыбачит на арка. Ту-ту-ту-ту. За их головы назначена награда. Ну, хочется на самом деле до 18-19 точно продержаться. Не знаю, есть ли у меня такие шансы. Вроде нижник пробиваю. Тут проблемки могут быть. Вот тут вообще серьезные проблемки, да? Если кастить будет хорошо. Ну ладно, все равно все нормально. Плюс-минус. Сам слабый рыбал, так что получается, если что, два мипа, вот два закроются, можно будет сидеть чуть. Десятые волны рыбачить. Да блин, у меня таких игр уже, где я, ребят, ловлю Энигму очень много. И Аркварда ловил, и Гирокоптера, вот. Это сейчас на самом деле то, что есть возможность Легу поймать, но нет карточек, это, ну, игры тоже этим интересно становятся. Просто стоит ли риск этого, когда смотреть, правильно выходить в этот риск. Ну вот, например. О. Когда пусть горит. Для тебя я командир Трестин. Ладно. Пусть пока так будет. Бесплатный бан есть, я без бана пока играю. Мало ли плохие перки там выпадут, бесплатный бан даже придется брать. Как-то котла хочется, чтобы прям сильно-сильно стоять. А, энергию возьму. Не, нам не нужны эти. Когда играешь с Линой, играешь за мы чисто прямого мипаря не будем играть.
Это чисто. Не кунка накачал. Ой, не качал, да кунка. В принципе, нормально. Арканы есть, можно и магов, можно даже выйти. Тут не получилось. Тайминг попасть. Кстати, единственные шансы были его выиграть. Тимак нам не дал ману забрать. Теперь тоже Т2 не буду апать. Чисто под Гритволл тогда уже играем. Теперь так можно посидеть тут. Даже ничего не делать. Все юниты на продажу. Снегиры приходят. В каком-то левеле случайно, восьмом. Может, и меха сыграем. Ну, может, зря продал. А так, с четким. Разора мага закрыть? Не, в этом нет смысла тут. Не было никакого смысла магов закрывать. Ну, не та стадия, все по порядку. Тут вообще основной антимаг. Не дает играть другим. На такой стадии его сложно убить. Транквилы, все есть. Ману забирает. Там вообще суть маги, не маги. Алло, Паш, как она? От этого можно же отказываться. Ага. Чилим. Орка агры получается. Орка эти. Орка агры. Че, Паш, с тобой там? Только скажите, что я еще этому столу проиграю из-за некров. Реально проиграю. Т1 мипари, Т1 дазлы. Т1 дазлы, ребят, не мета. Насчет некров пока да. Там у нас все четко. Это не буду мне. Ладно. Тоже не. Да, кастрюлю все-таки надо, наверное, взять. Мип, может, не будет играть такой 6 мехи в каком-то рандомном. В принципе, голду какую-то сделали. У меня достаточно слабенький гритволд по голде даже обогнал. Понимаете, насколько это слабый перк с винстриком. Супер, супер слабый перк. Очень слабый. Блин, мне не крани дали. Ой. Это не дали механизм. Он
Вот так по шмоту я могу тут и пику да собрать близко к гирокоптере. И этот блинк. Вот здесь как раз антимаг юзались против Урс. Я бы вот его зарядил. А здесь посмотрел бы, в зависимости от перка, тут Сиелоника в любом случае покупаю, просто вопрос вместо кого. Можно хотя сразу вот так сделать и не париться, да? Так. Давай марш сыграем. Monkey King, Hoodwink. Узник пучины. Что вот это подбираю? Чё, будем марш дефать? Марш, получается, будем дефать нагами. Там. Ну вот. Узник пучины. Я поднялся из темнейших глубин. Где его продал? Ну ладно. Так. Я продаю костюлю и допродаю. А пофигу. Нормально, так и справимся. Главное крипов дефнуть. Четыре наги, там что-нибудь придумаем. Тут уже Акири. Седьмой левел с лазером. А, это в элитке, да, варлок пришел? А потом с лазером Акиров. Я как уходить, покурить, ничего не изменилось. Чатик, алло, стримеров нет скоро. Чатик, проснитесь, пожалуйста. Боты. Боты. Реально столько ботов в чате, просто... Я реально ботов накрутил, ребят, зачем я это сделал? Ну-ка, чё, ну, один, это ласт? Не знаю. Ну так тоже мне неинтересно, вот сидят, молчат. Чё к чему, чё почему. Волф, привет. Классико. Кастрюля жалко, но хотя бы написал бы раньше. Вот мне не жалко. На расслабоне, понял. Доброй ночи, привет, Денис. Классико. Привет, Ракман. Ну, хотя бы так что-нибудь сделали.
Так, ща подролим. Сойдет, ребят. Медуза? Насчет Чена. Чена не хочу трогать. Это точно возьму. В самом деле мне уже пора убирать часть тут ребятишек. Пусть будет в тебе пока. Так. Сейчас мы визардами наг закроем. Раймс. Три ассасина, три мага, три кума. Нормальные синергии закрыли. МХ зафармил еще. Еще и два ракуна под мультиком. Хорошо поставились. Может кто-то вылетел? Киры не вылупляются. Так. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Анур, ты не разевать. Адмирал на борту. Так. Точно тебя, точно тебя. На. Все шмотки тебе оставлю. Четыре ноги я и так закрыл. Без визардов. Еще и хумов оставил. Ого. Неплохо. Давай. Ого. Рихума, сины, тут все есть. Класси. У меня. Классико. А грани хватает, ну да ладно, сейчас посмотрим. Главное, ребят, я вам обещал, что гирокоптер будет сильный. Под визардами. Может, типа, как раз наг тоже мы не упустим. Сейчас подролим. Зверей гира кайф, да, под визардами. Может, наги еще будут. Ну, пока кунка поиграет, там еще аркварден есть. Что-то подобное сделаем. Посмотрю, кто что делает. Магов не наблюдаю. 6 хумов только, без мультика. Ну, вот тут маги. С мипарем, с аркварденом, кстати. Шмот не под гира, а у меня марш, я найду. В смысле, не под гира. У меня криты есть. Плюс выход, вот этот выход в этот, в пику. В принципе, шансы есть под пику. Если еще так подролю. Ну, Леона не буду брать. Enchanted, I'm sure. Давай сыграем в игру. О. Время пострелять. Ого. На бестов убрал, но зато лископ поставил. Нормально. Я думаю, успеем бестов еще поставить. С Новым годом, Дарчатик, Хоули, с Новым годом.
Касл. Короче, ребят, всем здорово. Так, там меня кто дефает? Варек, кстати, сильный. Паджик Т3. Шмотки там, все. ДФчик. А, готовится, как дефать это. Что? Любой каприз за ваши деньги. Здесь деф нет. Вот хумов надо скоро будет избавиться вот от этих двух. Что крипов дефнуть, наверное, как-то будет ставиться. Что-то поинтереснее. 6 бестов, говорите? Пока что 2. Подбирать надо все. Особо не успел надамажить, братишка, у меня. Оракл сильный. Я говорил, что здесь сильно очень. Девяти андед. Зачился, брат. Не просите меня вообще никогда девяти андеда. Вообще никогда не просите. А какого нам бестата еще не хватает? Худинга, да? Пропустил худинка. Че, он прям плох? Ну я не хочу с ним заморачиваться вообще. Ты один этого себе сейчас буду убирать. Вот столько делов сделал. Сейчас я буду вам андедов собирать. Точно не буду. Пособирайте сами. Мне так нравится с гиром. Ну, ребят, это неинтересно вообще, 9 Undead. Я вам говорил, что это игра через позор просто. Undead. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Я не могу тут что-то еще поставить, да надо. Четыре беста я все равно не поставил. Я вообще, вот ребята, я вам вообще за 9 андеда. Вот просто за то, что 9 андед написали в чат. Я просто буду баны давать. Я сейчас юзерис визардов поставил, чтобы не дефнуть крипов. Что-то отвлекся на какую-то ерунду. Просто зачильтесь. Девяти андедами. Че я тут не поставил? Я даже это не стоял. То есть я мог спокойно поставить без визардов. То чуть получше было бы. Даже спектра лучше было.
Вот даже Вара пробил там. Классико. Была бы, чтобы не терять монетку. Да я мог так дефнуть. Солтик, привет. В принципе, ничего страшного, с игра с... О, нам этот пролетел, перк. Классико. Пока будет. Перк прилетел. Все нормально. Сценарий получается. Что так можно было? Ну, там, видимо, ради меня перка ставили. Спектру дали. Я повелитель зимы. Ребята, кто напишет 9 Undead в чат? Если будет 30 DVD андедов, я соберу вам 9 андедов, успею. Может и 30 банов, конечно, влетит. Но вы можете рискнуть. Ну вот, спектру собрали, теперь можно 9 андедов собирать. Вот с этого момента. 9 андед, го, 2, 3, 4... В общем, считайте, кто-нибудь посчитает, я сделаю. Все, от этого отказываюсь. Делаю 9 андед. Классико. Мало-мало, ребят. Ну, чатик неактивный, ребят, вы че? Я так, я сидел просто на пофиг, что-то говорил вам. Там Акадрунг только написал, что че с чатиком. Я посмотрю, сколько зрителей, и думаю, ну зачем? Мне же тяжело, да. Тяжело. Сразу становится. Так что давайте, ребят. Ускоряйтесь. Двадцать шесть, 29 есть мало, ребят. Что происходит? Хьюстон, у нас проблемы. Кто-нибудь вообще считал правильных андедов? Пусть пока так. Так на самом деле тоже сильно выглядит. У меня так стоит 4 беста, 6 андедов, еще Demon Hunter и Варлоки. В принципе, неплохо. Сейчас посмотрю, что не хватает под что. То есть у меня дровка стоит, винга стоит, а виверна стоит, паджик стоит, зомби. Зомби, абадон. Зомби, абадон, лич. А, лич у меня здесь, да. Колчан и лук готовы к бою. Итак, сойдет. Mm.
Я просто сейчас его не побеждаю и все. 4 без так стена была оставить. У меня винга еще плохо стояла. Четко, ребят. Плюс контент. Четко вообще сыграли. Кому понравилось. А Гира вообще в 3 тогда пусть идет. Вообще не выпущу его. Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Конечно. Ложка яда в бочке. Колчан и лук готовы к бою. Как долго я этого ждала? Лорд дома Аверно. Что, кайфуем? Кто кайфует? Вообще. Кому нравится? Пусть там живет ВЦ, согласен. Сейчас Акира с ним сделаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не вижу ничего, что происходит. Воу-воу-воу, Райс Кинг. Вот тут интересно, Райс Кинг. Райс Кинг. Райс Кинг умирает, Райс Кинг умирает. Райс Кинг умирает. Не пошло, получается? Сильный билд. Плюс кайф, минус вообще жизнь. Так, ладно. Тут идет у нас, братишка, идет. Делать что-нибудь будем? А, давай поделаем что-нибудь. Кстати, как мы будем фокусить-то вообще? МКБ. Это, кстати, все недоростки, да, у нас? О! О! Расставились, пошла игра. Бей его, туда его. А здесь что? А 9 магов? 9 магов-то сильнее, оказывается. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Новая сила. Грядет владычица зима. С глаз долой. Да. О, о, ого, ого, как же меня пробивают тут, не щадят просто. Колчан и лук готовы к бою. Как же прелестно. Ну все, тут осталось-то только ее найти и дровку в Т3, да? Ого, 9 магов-то имба. Не работают наши андеды прям, вообще не хотят. Зарядку не дать, ничего не дать, ничего не сделать. Ты вообще успел скасить, что ты такое... Ого. Деремся.
чё так слабо-то? О, добили. Добили. Блин, работает, ребят. Как думать, почему? Жду, короче, еще одно яйцо гирокоптера. Чисто потому что жду. Че, кто мне мешает-то? Могу подождать просто так. Колчан и лук готовы к бою. Ага. Все реально работает. Из-за расстановки, наверное. Может, там шмоток нету. Эй, я авто-3 бы сейчас собрал. Ого. Сейчас из-за этого проиграю, потому что Джекира не будут свапать. Ты долго этого ждала, согласен. Да. Гладим, ребят, яичко. Сюда, Клинкс. Все умерли. Я умираю. А, нет, тут добил. С2. ГГ. Так. Чё, кто доволен, ребят? Чё, теперь нужно 30 плюсов, чтобы я их забанил. Просто. Посмотрели, ребят?